Переведено и озвучено по версии Killer King Records. Итак, мы будем играть в скейт. Я через скейт 3, а Фетти на реальной доске. Я хочу начать это с дисклеймера о том, что я никогда не играл в скейт 3. Я не знаю, как играть, я не понимаю, как это работает. И сначала надо называть свои трюки. Нет, это нечестно. Ладно, называть так называть. Погнали уже. Как поднять доску? Мы играем в скейтборд, потому что я выиграю у него слишком быстро, если будем играть в скейт. Yes! Нужно называть свои трюки. Хорошо. Первый трюк. Олли из Брейл Дропа. Я просто шучу, я бы с тобой так не поступил. Окей, с первой попытки. Ну ладно, хорошо, я сделаю трюк. Как встать на доску? Игрик. Окей. Моим первым трюком будет 50-50 на этом рейле. Нет, не отталкивайся в Монго, Даг. Погодите, тут еще одна доска. И я Даг, между прочим, если вы не заметили. Вэрил 50-50? Походу, сейчас твой ход. Твой трюк, Фетти. Кикфлип. Лажа! Отлично, кикфлип. Мой любимый трюк. Погнали, Даг. Синие волосы и все. И кикфлип. Я сделал хилфлип. Походу, я получил букву. Это забавно. Трёха. Фетти лажает. Когда он приземлил, контроллер завибрировал. Типа, что-то здесь происходит. Это контроллер. Начинаешь здесь, потом выводишь сюда и сюда. Чё? Окей, получится по-любому. Нолли. Окей. Фронтборд 270. У меня точно получится. Фронтборд 270 на грани. А. Боже мой, я не знаю, как играть. О, господи, погляди на эти буквы. Я думаю, Фетти должен играть в скейт 3, а ты должен быть на реальной доске. Я думаю, мы сыграем это во втором раунде. Вау. Окей. Я не знаю, как играть. Но я реально стараюсь. Пожалуйста, учтите этот факт. Это свитч, так что все, что ты сделаешь, будет в свитче. Окей. Даже езда в Монго. Свитч флип с 5. Бум! Гляди. Это было стрёмно. Я не закрутил. Ты не назвал трюк сначала. Это правда. В этот раз я назову. Готов? Я собираюсь сделать фронт-сайд 180 из 5. С кикфлипом. Я так и сказал. Нолли, сначала выводишь вверх. Вверх, не вниз? Не надо сначала вниз? Вверх и вниз? Потому что обычная Олли вниз и вверх, а здесь противоположное вверх и вниз. Все, что бы вы ни делали в игре, это нереально, оно не работает. Здесь все обман, ничего не работает. Если ты сделаешь тут Нолли, допишите мне еще одну букву. Оу, ты сделал Нолли. Допишите мне еще одну букву. Ты загадываешь, он не сделал. Окей, я загадываю. Вообще легкотня. Теперь, когда я разогрелся в игре, мои мышцы тогда были еще не разогреты. Что за трюк ты будешь делать? Бэксайд вон эти с трех ступеней. Видали? Я чуть его не бросил и не сломал твой контроллер. Походу, я реально разогрелся. Ты едешь в свече. Я знаю. Я же сказал, я разогрелся. Что делаешь? Через этот гэп... кикфлип. Чувствую буквы для Аарона. Я тоже. Давай, у тебя получится. Сфокусируйся, сфокусируйся. Становится жестко. Итак... чё? И это буква для Аарона. Как ощущение? Жестко, реально жестко. Давай сделай фронт 180 из 5, он не повторит. Ну что, хочешь фронт 180 из 5, да? Напомни, как поворачивать? Фронт 180 из 5. Ну давай, заезжай, Даг. Даг, ты даже не можешь заехать! Ну ладно, смотри. Блин, я так отстойно играю. Пиши ему букву. Окей, готов? Что? Чё ты делаешь? А, это не тот джойстик.
ты сломал свою ногу. Он даже не... Просто езжай, Фэдди, давай. Позор! У меня ощущение, что у меня получится. Я буду переделывать, потому что я сделал хилл-флип совершенно случайно. Я переделываю. Судья, мы разрешаем. Переделывай. В этот раз я повторю хотя бы один его трюк. Я тут немного поезжу. Я готовлюсь к прыжку. Я выводил прямо вниз. Этот контроллер сломан. Букву. Тем временем... У меня получилось! Я сделал! Мы все засняли, мы все зафиксировали. Ну ладно, давай загадывай трюк. Фронт 180? Единственный трюк, который я выучил, это нолли кикфлип. Заедь уже в рампу. Жми Y! Не учи меня играть! Сойди с доски! О, педали? Что там? Фронтсайд-олли? Я еще не приготовился просто. Вот так. Я вам скажу, когда буду готов. Готовы? Не сейчас. Не сейчас, я в свече. Сейчас! Попробуй еще раз. Yes! Он сделал в свече. Ладно, это моя последняя буква, ребят. Это херовая игра. Если быть откровенно честным, будет круто, если поставишь ему хоть одну букву. Да пошел ты! О нет, он идет! Назови свой трюк. Олли. Будешь делать? Я возьму букву. Теперь просто делай каждый трюк, который ты знаешь с брейл-дропа, и ты выиграл. Очень трудно заставить его не делать всякие дабл-хард-флипы. Нолли кик-флип. Что? С первой попытки вы шутите? Вы серьезно? Я приземлил? Он не возвращался, он всегда был здесь. Вот почему видеоигры веселые. Делай вещи, которые не стал бы делать в реальной жизни. Другой трюк, который я походу выучил, потому что я не смог сделать нолли хилл-флип, нолли шавит. Переделывай. Окей. Он переделывает трюки в скейт 3. Я уже начинаю уставать бегать по этим ступеням. Вау, не бегай по стене, ты чё, ку-ку, что ли? О, вот оно, ещё чуть-чуть! Давай, твой ход. Окей. Это было очень клёво. Да, реально клёво. Но есть кое-что, о чём он не подумал. У меня две попытки. Я дам тебе 4. 4 попытки? Окей. Тихо, Гейб, ты сбиваешь мою концентрацию. Как? Как? Ты видел 2 кикфлипа подряд. Потом я подъезжаю к грани, делаю то же самое движение контроллера, и он делает шавит. Он говорил мне 4 попытки. Чистая концентрация, щелчок, скейтборд, даг. Никогда так хорошо себя не чувствовал за всю свою жизнь. Мы идем, защита, мы идем! Окей, вообще легкотнее. Нолли 50-50. Я приземлю трюк, который он не сможет. Готов? Нолли шавит 50-50. Я пытался.
Следующим я буду делать Нолли Хилл флип бэксайд 50-50. Мечты сбываются! Поскольку вы не хотите, чтобы я читерил, я сделаю Нолли Хилл флип фронтсайд 5-0. Фронтсайд 5-0? Да, 5-0. Я думаю, тебе придется переделать, потому что сначала он зашел на 50-50. Переделывай. Давай еще разок. Че он не приземляется в 5-0? Делаешь хилфлип и сразу тяни джойстик вниз. Окей, я понял. Мы почти остались без твоего компьютера, игровой системы, всего. Ты крут, Аарон. Спасибо, Фетти. Ау! Что, блин, случилось? Дверь была открыта, это к неудаче. Ты в порядке? Это отстой, это отстой. Что случилось? Ты застрял. Ты окей? Нет. Слишком болит, не могу встать. Целая линия. О, вау. Весь след. Тебе нужны носки с защитой, чел. Да. Это прям как зал мяса из игры. Это и был зал мяса из игры в реальной жизни. Значит, я украду его трюк? Фибл? Тс, в игре я только фиблы делаю. Окей, я не ранен, могу сделать, что хочу. Нолли Хилл через пролет. Переделать? Нет. Что будешь делать, Фетти, Фибл? Нога уже прошла? Нет. Отмщение. Я бы этот трюк больше не стал пробовать. Он сделал. А, он сделал фибл, окей. Я видел, лихотня. Еще три попытки. Вау, окей, у меня получится. Без проблем. Ух, он даже сел. Я дам тебе выиграть, Фетти, просто потому что ты упал. Вау, отличный получился бордслайд. Блин. Окей, ребят, надеюсь, вам понравилось смотреть это видео. И посмотрите и другие видео на канале. Они отлично научат вас, как кататься на скейте. И помогут вам отлично прогрессировать в вашем катании без посторонней помощи. Если вы еще не подписаны, подпишитесь, поставьте лайк и оставьте комментарий внизу. И да, я знаю, что в этой игре я полный ноль. Мне нужно стать лучше. Мне нужно практиковаться, чтобы играть так же хорошо, как и ты. Нужно ли нам сыграть второй раунд? Он играет в игру, я на реальной доске. Угу. Спасибо за просмотр. Подпишитесь, лайк, комментарий. Увидимся в новом видео.